Здравствуйте, мои уважаемые подписчики. Сегодня у нас на распаковке очередные две посылки. Так, давайте начнем, наверное, вот с этой посылки. Приехала на почту Китая. За 16 дней не отслеживалась. Значит, оценили нам ее в $2.49 и вес 76 грамм. Смотрим, что она тут приехала. Так, у нас здесь приехал адаптер, значит, для, заказывали для автомобиля, для подключения навигатора, не навигатора, а видеорегистратора. Значит, здесь такой вот адаптер, чтобы 12 вольт переделывать в 5 вольт. Значит, тут здесь написано 12 и 5 вольт и 2 ампера выход будет. То есть подключаем где-то там, допустим, светильник можно подключить, два провода, и у нас вот такой вот выход на мини-USB будет. Вот такой вот адаптер специально заказали. Очень удобная, я думаю, вещь будет. Не будет никаких проводов тянуться, а будет спускаться провод снизу, сверху, с обшивки. И вот так вот будет спрятано все. Так. Смотрим вторую посылку. Значит, оценили нам ее в $2. Вес 55 грамм. Приехала она почтой Турции. Да, с Турции приехал. За 15 дней. И отслеживалась только до границы. Так, здесь у нас приехало такое зарядное устройство. Сейчас я распакую. Очень интересное устройство зарядное. Так. Вот такое вот устройство. Значит, здесь показывает напряжение сети. И есть, значит, два входа под USB. Два выхода, вернее, под USB. Можно заряжать телефон, либо что-то еще туда вставлять. Вот. А здесь вот экранчик. Ну, я, наверное, в конце видео продемонстрирую, как это работает, чтобы можно было понять, что это такое. Вот такие у нас были распаковки сегодня. Ссылки будут под видео. Кому надо, заказывайте. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!